Такой вот какой-то арабский типа район. Очень. Вот здесь вот кладбище, скажу сразу. Вот это кладбище. Но оно за стеной. Это вот такая вот улица. Абсолютно классически арабская улица. Вот такие вот подворотни. Шалом. В общем, на улице мне не нравится пока. И вот в такой вот подворотне, заходишь в такую подворотню, страшную подворотню. Вот тут стоит какой-то раздолбанный мопед. Ну вот этот мусор, конечно, можно будет прибрать. Тут вот такой вот дворик. Там такая вот собака, не знаю, как она отнесется к кушинам, но она на втором этаже, а у нас на первом этаже. Тут вот такие вот, вот какие-то соседи с велосипедами, какой-то дворик тут. Тут вот еще, тут тоже собака. Тут вот еще один дворик. Такой вот. Даже не знаю, как его назвать. Ну, в общем, все вот так вот. Вот это вот. Вот собака над нами живет. Вот это будет наш дворик. Сейчас мы в него зайдем. Но зайдем через квартиру. Ой, не закрывайте, не закрывайте. Еще одну секунду. Вот это такая общая. Я быстрее, быстрее. Вот это такая общая комната. Вот это холодильник, кухня. Вот это вот, скорее всего, будет наша спальня. Вот с такой вот шикарной лестницей. Здесь пока ничего нет. Но здесь можно поставить кровать, только непонятно зачем. И пока вообще непонятно зачем это может быть использовано. Ну да ладно. Вот. Туалет, ванная, чистые довольно-таки. Довольно-таки чистые. Вот такая люстра. Такая вот полочка. Шкаф с одеждой. И здесь выход. Выход во дворик. Вот выходишь вот так. Здесь можно сидеть, что-то делать. Можно прибраться, будет, в принципе, нормально. Тут вот типа какая-то кухонька, но она, по-моему... А, нет, почему? Вода, нет. Ну, в общем, вот как-то так. Потому что круглая земля. Ла-ла-ла-ла. 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 Еще одна квартира, она мне уже не нравится. Тут вот как. Вот такой вот райончик, грязненький. Просторненько. И можно на нее выйти, да? Да, что там шезлонги поставить, загорать. Здесь как бы дом, 4 квартиры. Там все смело, мы идем в этот дом, все русские очень. Такие вот. Балкончик. Соседи. Балкончик так себе. Вид на такую вот улицу довольно шумную. Спать будет, я думаю, шумно. Тут хуже.
А тут даже два балкона. Но один хуже другого. Ну там мне, конечно, больше нравится. Ну, да. А тебе это? Две кровати тут почему-то. Ну, а? Давай сходим на крышу. Стиральной машины тут, по-моему, нет, да? Ну, я думаю, он поставил. Вот большой плюс, что есть выход на крышу. Закрыто, да? Потому что круглая земля. Прохладнее, кстати, чувствуешь? Ну, здесь вот как в России. Вот улица Клеванова, на которой нам предлагают поселиться. Дом номер 29. 29, кстати. Дом-то номер 29. Она поворачивает? А, да, она такая. Она поворачивает. Мне больше всего нравится ванна. Я, если что, буду в ней жить. Здесь кондиционер есть? Есть. Так. Тут каньон, да? Такой вот вид. Когда-то мы жили в квартире 221, а теперь мы будем жить в квартире 21. На улице некоего Якова Клеванова. Вот это вот все мы приобрели из Питера. Там еще чемодан внизу. Еще внизу три чемодана. Сегодня мы приехали сюда из Нетани.
Сейчас мы будем запускать кота. Стой, да я откушу. Куша, тебе предстоит честь первому зайти в нашу новую жизнь. Давай. На полусогнутых. А нельзя ли их поменять? Когда-нибудь поменяем. Поменяем. А вот наша комнатеночка. Ванна тут, конечно, ванна тут шикарная. О! В ней есть окно, смотри. Ага. Вечером гораздо красивее. А это не открывается? Открывается. Открывается. Потому что круглая земля. Потому что круглая земля.